Так, здравствуйте, друзья. Добрый день, где день, добрый вечер, где темно. Вот, начинаем наш вебинар. Вебинар 40-й, юбилейный. Вот. И первое объявление моей команде замена. Вместо выбывшего Тимофея Николаевича, который на празднике города как-то вебинар забыл. У нас замена. Сегодня у меня наш соучастник, вот, Елена Александровна Савинич. Вот она перед вами. Я вам ее представляю, почему. Я вам обещал, что нам надо расширять кругозор, потому что, как она привезла из Европы такие данные, там они о нас ничего не знают, но и мы о них ничего не знаем. Вот перед вами живой мостик. Так, Елена Александровна, выпускница Красноярского государственного аграрного университета. Так, значит, моя надежда, почему? Потому что я уже говорил. Вот, так, это штучные изделия. Понимаете, как хотите. О, вот, вот она наша героиня. Вот ее работа. Ко мне она попала уже как готовый специалист. Так, дальше у нее пойдет магистратура. Господи, придумай же. Вот. Ну и дальше она должна подниматься по научной лестнице. Как там раньше был аспирант, доцент. Вот. И дело в том, что я ей говорю, это дальше вы поймете, почему она здесь присутствует. Да потому что, я говорю, можно написать диссертацию, быть 1001-й. И оставаться и 1001-й всю жизнь. А тут можно стать первой. Но можно оказаться изгоем. Вот. Поэтому я ее предупредил. Дальше, если что, в суде пойдет не так, отвечать будет сама. Мы поделили сегодняшний вебинар пополам. Один час говорю я. Второй час говорит она. Я почему первый начинаю? Я обещал ответить на несколько писем. Письма идут, чем дальше, тем интереснее. Как в сказке, честное слово. Поехали. Вот. Это, кстати, вторая страница о ней. Вот.